Стихия в Одессе повалила почти 40 деревьев. Одно из них упало на автомобиль, в котором находилась женщина. Сейчас она в больнице в состоянии средней тяжести. Кроме того, повреждены еще 12 машин. Также зафиксировано около 90 повреждений линий электропередач. Всю ночь ликвидировали последствия непогоды 24 единицы спецтехники и 40 работников КП «Городские дороги», а также до 50 специалистов горзелентреста. Во вторник утром сильные дожди и порывистый ветер, скорость которого составляла до 30 метров в секунду, пронеслись по всей территории Одесского региона. Непогода оставила без света 44 населенных пункта в области.